doing it. They're doing it. Приложили усилий, для того, чтобы этот памятник стал хоть почетным для всех нас в дорогом месте. Мы живем в коммунальной квартире, мы занимаем вот эту комнату втроем, и соседи наши, их 5 человек, двое взрослых и 5 человек, ой, трое детей. Вот. Они вот 7 лет стоят на очереди, еще неизвестно, сколько простоят.
Вот. В принципе, мы сначала, ну, как планировали, что вот они получат квартиру, и у нас будет вся квартира. Мы родим второго ребенка, и у нас будет, значит, вся наша квартира. Должны, конечно, только у нас, в нашей стране, может быть, такие условия. Лежит. Вот лежит. Вот лежит. Вон она. Голова. Мы призываем тех, кто готов поддержать в эту трудную минуту российскую демократию, прийти ей на помощь, собраться у здания Моссовет с тем, чтобы объединенными усилиями встать на защиту нашего будущего, на защиту будущего наших детей, не дать снова на десятилетия
сделать из нашей страны огромный концентрационный лагерь. Ребята, где убили? Блин, куда ты снимаешь? Лиза! I see the glove, please. Let's have a look at this. And this is the stamp from Space City? Yes, not Space City. From, oh, hang on. Only the stamp of the space station. Oh, that's from Mir? From Mir. Oh, wonderful. Now, I presume this is something you would like to put into the auction? Right. If you want. I'm sure we'll want to put that in there. Because... It might look poor, but the latest estimate is that in private hands, cash, there's roughly $8 to $10 billion circulating around. Obviously, it's not held by the majority of people, but by a minority. But nevertheless, there is a very affluent minority here. Красивых нас заставляют. Мы вместе соберемся. Ну вот давайте, вместе собирайтесь. Не надо собираться. Такие хорошие, молодые, красивые женщины. Господи, я говорю, в наше время кто рожает? А вот такие хорошие женщины. Ведь поймите, Россия-то кем будет возрождаться-то? А дети-то ваши вот даже кем они будут? Что они? С кем они будут расти? Подумайте, они же должны в хорошей семье, в полноценной семье расти, в любви. А рожает-то в основном кто? Чурчик-то. Вот тот и оно-то. Поэтому так обидно, так жалко бывает, когда женщина, вот такие вот женщины. Очень жаль. Мне тоже очень жаль, потому что я через это переступаю, я... Мне хочется, но у меня просто такие обстоятельства. Я просто... Хорошо. Все. Спасибо большое. Да. До свидания. Всего доброго. Мне неприятно. Вы что, думаете, я радуюсь, когда вижу, из моего оружия по невинным людям стреляют? Для меня это неприятно. Вы думаете, для меня приятно было, когда по Кремлю из танка убьют? Я сам танкист. Я чуть телевизор не выстрелил. Я не вижу необходимости было стрельбы по нашим депутатам. Мы их избирали. Там есть хорошие и плохие, так же, как и мы. Но это ведь наша надежда. Мы же возлагали надежду на этих депутатов, и вдруг их расстреливают. Разве у меня это радость вызывала? Вы извините, что я так говорю повышенно. Вот.
The horse that our deeply respected president has given to Mr. Major comes from a long line of outstanding horses, with a pedigree going back to 1880. Is that right? Мы с подругой ходим, допустим, там в какие-то кафе, знакомимся с людьми, ну, желательно с одним человеком, вот, у которого есть деньги, потом приводим его куда-нибудь, там, или, допустим, в этот же самый подвал, ну, покупаем что-нибудь выпить, добавляем ему туда кофелин, и ребята нам помогают просто потом от него избавиться. Ребята уводят их отсюда куда-нибудь подальше, в подъезд какой-нибудь, или там можно посадить в какой-нибудь автобус, где они проснутся. Они соглашаются сюда идти, потому что они довольно-таки пьяные, им уже вообще все равно где. Времени подскажете? Это нечестная работа. Но вы знаете что? В нашей стране, к сожалению, очень многие нечестно зарабатывают. Поэтому по сравнению с тем, что мы занимаемся, есть люди, которые более, ну, как сказать, жестокими делами занимаются, более нечестными. Да нет, спасибо. Мы и так знаем. Thank you.
Что? Какое-то простое белоплатье, может, тебе какое-то светлое. Вот что такое? Выбирай такое. Принцесса. Думаю, что женщине должно нравиться работать в косметике. Это честно, нормально. Это, опять же, возможность разговаривать с людьми. Интересно? Полезно. Давай это сделать теперь. Ты сможешь вообще продолжать? Да, ну, Давай. Да? Мне не правда, знаете, больше, чем мы больше, чем хотим. We're gonna get married on 19th of March, it's pretty soon, and then we're gonna move to down here. Кто еще чувствует себя крепким, мужественным? Подходите. Сюда вот, в портрету не вступайте. Там ждут вас люди, которые будут принимать партию. Сразу же получите партбилеты. У нас упрощенно, не так, как было в КПСС. Тут просто. Хочешь? Всех принимаем. У нас нет, у нас все россияне. Лишь бы они чижались за великую Россию, Петровскую Россию, и восстанавливали эту Россию. Повторяю, нам нужны честные, преданные России люди. Вступайте, подходите. Помогайте в строительстве новой России, великой России, которая не будет стоять ни перед кем на коленях. Шоста колонка, мужчина, шоста. Что вы бачите, это шесть шоста колонка, вуша не пистолет. Вы сказали вторая. Это Т-76. Как это я могла сказать вторая? Шестая. Вы по радио сказали. Я по радио сказала шестая. В каждой ракетной дивизии имеется 10 ракетных полков. Какое расстояние примерно так? Расстояние, товарищ президент. Идем, 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 идем. Управление станциями. Здесь находится, как называется, низкая сторона. Віддавали своє життя за державу, за ідею, за націю, щоб вони були там вдоволені з нашою діяльністю. Слава нації! Слава! Там те презент. Well, I've been in jail, prison. God wants to breathe into you life today. Бог хоче вдихнути життя в тебе також. So that you will see things in a new way. Щоб ти дивився на речі по-іншому, новим шляхом. God wants to save you today. Бог хоче спасти вас сьогодні. You're probably not going to get out of here right now. But if you would accept Jesus into your heart, you would be more free in here. Ви будете більше вільні тут. Than people out there that are without Jesus. Ніж ті люди, що є поза цього місця, але є без Ісуса. There's more. Але є більше. Because after I die, Jesus. Тому що Ісус. Is going to take me into paradise. Are you going to be the one? Чи ти хочеш бути тим одним? Who dies? І потім він помер. And goes to hell. І пішов в пекло. Ложись. Скільки років?
работу уже сделала. Уже третий. Ну, а что думаешь-то, девочка? Может, ты сохранишь беременность? Ну, ты предохраняешься чем-нибудь? Честно говоря, ни разу. Так, спускайтесь. А как же ты, ну, ты что, за все работы собираешься переделать? Спускайтесь. Вы свои же не слушайте, что говорят. Спускайтесь ниже. Как зовут? Как во сне. Конечно. Мы так и говорим. Все как во сне. Вы такие милые, хорошие. Господи, прям как же. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни, честно слово. Спасибо. Когда не говорили об этом, Лена не читала. И читала, и говорили. Это очевидно разные партнеры, поэтому так получается. Ну, были у нас, конечно, рекордсменки, которые делали аборты, можно сказать, по два, по три аборта в год. Были рекордсменки. Вот она у нее написана в карточке из анамнеза. 14 абортов. Одни роды, вот у нее вторые роды. Значит, считайте, 16 беременностей, 32 года. Уже бы женщина было 16 беременностей. 4 из них, значит, вот вторые роды, и было 14 абортов. Вот флаг, видите, это трехцветный флаг. Это российский флаг. Я вам объясню его значение, сочетание. Черный цвет наверху – это народ, это земля. Вот вы и вы, да, вот смотрите, действительно, это народ, черный цвет – земля. Вы являетесь хозяевами этой земли, поэтому ваш цвет наверху, и только под вами желтый цвет – власть. Она не может быть наверху. И белый цвет – это чистые идеи. Вместе защитим ее, нашу родную Россию. Спасибо. Отставку! Да вы без обработки, давайте вопросы. Без обработки, без обработки. За развал страны? Борис Николаевич, вот путешествие бесплатное, это же коммунисты придумали. Чего обратно тебе? За развал страны на скандале. Нет, так криком здесь не пойдет. Микрофона нет. Криком не пойдет. По телевидению только проститутки выступают. Но не будем оттуда. Криком не пойдет. Давайте, давайте в порядок, если записки. Я с огромным удовольствием представляю вам президента Соединенных Штатов Америки. Thank you very much. Thank you. I came here as a friend and supporter of the democratic changes going on in this country. I hope that together we can make a positive difference
in a genuine and equal partnership. Женщина. У меня в доме порядок, чистота. Я сама себе сейчас не могу, за пару дней не могу сама себе даже прийти. Гуманитарная помощь, говорят, какая она доходит до народа. Все наверху расхватывают, только привезла эта гуманитарная помощь. Ее расхватали, вот сидят в палатках, продают ее. А человеку простому и не подступить к ней. И придорого еще продают. Это немыслимо, ребята, так жить. Пожалуйста, если можете, помогите, чем можете, чтобы мы жили, как люди белые. Мы работали, трудились, а как люди белые. Помогите, пожалуйста. Сейчас нормально, да. Хорошо, спасибо. Хорошо. И, в общем-то, естественно, постараться, чтобы, ну, не было такого. Просто, ну, страшный сон. Я имею в виду полная семья, вот двое детей. Я бы сидела дома, я бы занималась хозяйством. А сейчас вот все упирается только вот в жилье. The propaganda plate, if it had been in perfect condition, would have been worth about £1,000. I can see it's got a slight chip. Но я вижу, что есть некоторые недостатки. It's going to reduce its value considerably. That we valued at between £3,000 and £5,000. И мы ее оценили в диапазон оценочный составляет от 3 до 5 тысяч фунтов стерлингов. Now here, this extraordinary clock. Сам необыкновенно. What's extraordinary is this is an English clock from roughly 1790. We've valued it at between £1,000 and £1,500. Well, the low estimates are already at around £12,000 just on those few items. £12,000. Ну, это, так сказать, цена, это аукционная, да. This is the rough figure. That's a low estimate. Это самое низкое, самое низкое. Between 12, I mean, one way or another, it works out between 12 and
На нынешней ситуации до передвиборов президента Україна стоїть на величезному розмежовуванні. Якщо схилиться чаша ваги в бік Леоніда Кучми, це означає, що не виключно, що відразу почнеться страшна конфронтація, скажімо так, прогресивних сил із консервативними, патріотичних із шовіністичними. Може запалити страшне вогнище, дуже небажане для всіх, і найбільше в тому плані могли б потерпіти найбільш безневинні люди. Для того многостраждального народу, який стільки натерпівся, який стільки жертв поніс. They don't want us here. They say, they're saying that, you know, you guys shouldn't be here. This isn't your, your people. That's what a guy just told me. He was, says you shouldn't be here. What are you doing here? This isn't your people. This is my people. That's the thing. I mean, maybe God will make them understand somehow. I don't know. Да. Здорово, мужики. Здорово, здорово. Здравствуйте. Ну, тут работаем. Да. Как ваши дела? А мы пасем. Хорошо. А мы вот скотину пасем. О, берцовочка. Ну, как вы тут? Нормально. Что вы тут работаете? Аккуратнее только, не надо в могилу. Нам мы тут работаем, не мешайте. Принять. Корова. Так что же тут работаете, да? Покойничка достаете. Легко. Мозг. Это волосы. Это мозг. Мозг. Я не говно, блин. Сейчас жду, когда выйдут в театр.
Больному надо лечить от делирия, и от инфаркта миокарда смерть. Да тихо ты порвешь. Вот, сука, ты посмотри. Ну-ка. Тут сучки нет? Нет. Все там, посмотри. Конечно, не может. I did a story in St. Petersburg. Children's Hospital number one in St. Petersburg. Мы были в первой клинике детской в Санкт-Петербурге. No medicine. Но там, к сожалению, не было ни медицинских препаратов. We saw two babies die because they didn't have antibiotics. И из-за нехватки антибиотиков при нас умерли два ребенка. No bandages. Антибиотики. Well, can you give us Вы богатая страна. No bandages. Дайте, у нас это временно. This is a temporary shortage. У меня в Екатеринбурге мать широкий инфаркт. In Екатеринбург, в 10-местной палате лежит в реанимации. He is one of the 10 patients. Калия нет для сердца. In intensive care ward. Я из Москвы привез, там не было. Это мать президента. He's it about his own mother. Хватит, я думаю. His own mother. Is that enough? Ладно, пойдем. Там они поймали трех наших ребят с моей команды. Один был мой двоюродный брат. И отрезали им головы. Прямо на площади. Вот. Я покажу фотографию. Вот этот, это мой двоюродный брат. Это два человека, которые были с ним. Вот мои друзья. Меня зовут Костя, мне 24 года. Это Игорь, ему 22 года. Мы принадлежим к организации «Русское национальное единство», движение. Сколько времени вы живете под землей и как попали сюда? Под землей мы живем уже с 5 октября, то есть на день позже на окончания октябрьских событий. Вот. Попали сразу после того, как, так сказать, был уже взят штурмом Белый дом, нам пришлось скрываться. Уходили мы из Белого дома по канализационным коллекторам. Мы надеемся, после того, как у нас что-то получится, прийти к власти, мы хотим установить русский порядок. То есть в Москве и вообще в России не будет этих вот. Уже будет русская власть, власть русских. Ну, хотя бы ради того, мы собираемся уничтожать невинных людей, что они будут нам мешать. Вот. Кто мешает, должен умереть. Вот. Пошли! Ну, что? Что тебе не нравится? Вот так, вот так.
Да. Учить тебя ходить, да? Учить тебя ходить нужно. Обожди, обожди, Витя. Прими немножко, я? Давай, подними. Не надо палкой его бить. Палкой я ему не ничего не сделал. Вторую ногу подними. По ним стреляли, по дивизии, по боевым порядкам дивизии, Поляков докладывал. Ели, все хорошо. Пока Грачев тоже самое. Несколько раз с ним разговаривали, все вроде все нормально. Пока не колеблется, все по 6 раз скажут. Черномырь тоже только сегодня. Я сказал, ему здесь одевать надо. Ему даже эта чапка и тут. Все новое время. Какого коренности? Серый летает 20 в нашем крае. Да, спасибо. Начальник управления областного дорога Гёбе Федор Кимович, ваша доверенная особа. Коммунисты встали на одну платформу с демократами. Недавно Галина Старовойтова объявила, что она с радостью входит в союз с коммунистами. Мы против того, чтобы шайка бандитов захватила в Чеченской республике власть и правила, как хотела бы, чтобы она подводила весь чеченский народ к краху и катастрофе. Следом за ней последует развал всей России. Позволить развал России мы не можем. Ибо это потеря нашей исконной русской земли, ибо это потеря всего нашего жизненного существования. Тогда...
Сыны все побегут, это точно. Учителя уже разбегаются, медики все разбегаются. То есть побежали в ту сферу, где больше платят. Я отсюда никуда. Потому что деньги, в конечном итоге, они не решают проблемы внутренности, души человека. Человек живет природой, общением с людьми. А в России настолько богатые люди, богатые душевным общением, очень душевные. Вообще все устали, очень устали. Не несем мы. На развязку я тебе говорю. Пистолет.